Привет! На днях стало известно о выходе нового смартфона от бренда Qubot, модель Qubot P40. И в этом видео я хочу познакомить вас с этой моделью. И забегая наперед, хочу сказать, что можно получить 10 смартфонов бесплатно, но для этого нужно угадать, какая же цена будет у этого смартфона. Скажу честно, сам я ее тоже не знаю, но узнав ее параметры и возможности, можно прийти к какому-то логичному выводу. На сайте AliExpress на момент выхода видео его цена по предзаказу составляла $169.99, и это немало. Известно, что смартфон не маленький, так как диагональ экрана 6,2 дюйма и выполнен он по технологии LTPS. Благодаря этому он стал еще ярче и потребляет меньше энергии. Разрешение экрана и есть ли защита сверху на экране тоже неизвестно. Памяти у смартфона предостаточно, 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт встроенных. Будет работать на самом новом Android 10, без каких-либо предустановленных сторонних приложений. А вот о процессоре нет нигде никакой информации, и хочется верить, что он будет 8-ядерный, как у его предшественника Qubot P30. Напомню, там был установлен Helio P23, это 8-ядерный процессор, работающий на частоте до 2 ГГц. За автономность аппарата отвечает аккумулятор емкостью 4200 мА, предусмотрен и модуль NFC для бесконтактной оплаты. Фронтальная селфи-камера имеет 20-мегапиксельный сенсор от Samsung, а вот сзади установлено 4 модуля камеры и сдвоенная вспышка с двумя оттенками освещения. В основной камере установлен главный датчик изображения от Sony под названием IMX486 с разрешением 12 мегапикселей. Об остальных трех модулях известно, что один из них отвечает за макросъемку, второй за боке, а третий возможно за широкий угол, но как это будет по факту, узнаем, когда мы получим его на обзор. Также известно, что он будет работать с 4G сетями со всеми распространенными бенд стандартами. Думаю, мы на канале посвятим ему еще одно видео, когда станет известно больше информации об этой модели. Как вы думаете, какая реальная цена этого смартфона? Больше $100 или меньше $100? И пока мы точную цену не знаем, но если вам понравилась эта модель, вы так же, как и мы, можете добавить эту модель себе в корзину на сайте AliExpress. Для того, чтобы как только начнется продажа 18 мая, вы смогли получить уведомление и узнать, какая же будет настоящая его цена. Это как раз и является самым главным условием, чтобы получить один из 10 смартфонов бесплатно. Добавить смартфон к себе в корзину. Но чтобы увеличить свои шансы, вы можете выполнить одно из условий, указанных на странице конкурса. Ссылка на этот телефон на сайте AliExpress находится сразу в описании под видео. Точно так же, как и ссылка на конкурс на официальном сайте Qubot. Принимайте участие и напишите, что вы думаете об этом телефоне. До встречи во вторник, четверг и субботу. С вами был Сергей. Пока.